Всем привет! Продолжаем рассматривать сюжеты древнерусских икон. Богоматерь Тихвинская. Вот я достаточно, периодически хожу в Андреевский собор у нас на Васильевском острове. И вот там есть Богоматерь Тихвинская. Младенец Иисус изображен полоборота влево в обращении к Богоматери. Согласно легендарному сказанию, икона Богоматери Тихвинской была принесена ангелами из Константинополя в 1383 году и явилась над водами Ладожского озера, остановилась в пределах Тихвина Новгородской земли. В 15-16 веках ее почитание распространилось практически повсеместно. Иконе приписывали множество чудес, одна из которых – это спасение Тихвинского монастыря во время осады шведов в 1613 году. Кстати, копия иконы Тихвинской Богоматери сопровождала русское посольство при заключении Столбовского мира со шведами в 1617 году. Этот мирный договор положил конец русско-шведской войне в 1610-1617 годах. Мирный договор был между русским царством при Михаиле Федоровиче и шведским королевством, король Густав II Адольф. Вот я вам показал икону Богоматери Тихвинской. Все, всем пока, всем привет, до свидания.